улице Леси Украинки – единственное ведущее на кладбище хосты. Здесь достаточно чисто, и жители, зная, что скоро пойдет огромный поток людей на Пасху и на родительский день, вышли на субботник, чтобы облагородить территорию возле домов. Призвал всех присоединиться к генеральной уборке глава города Анатолий Пахомов. На планерном совещании он обратился к сочинцам с просьбой прибраться и на могилах родственников, и на территориях, прилегающих к кладбищам. Да и вообще не забывать о порядке, поддерживать его постоянно в своих дворах. Управляющая компания делает уборочку, но капитальную уборку делайте в субботу. И в этом должны принимать участие все. Сочинские единороссы первыми откликнулись на призыв мэра курорта и группами распределились по всему городу, чтобы помочь горожанам избавиться от лишнего мусора и облагородить места общего пользования. Присоединились и местные жители. Это совсем юное поколение сочинцев. Давай, вкладывай. Вот молодец. Даже собака Клёпа пыталась помогать. Ее тоже можно назвать полноправным участником субботника. Вот уже несколько лет курортники отмечают, насколько чище стал наш город. Но одно дело убирать, другое не мусорить. И это, пожалуй, самое главное, чему всем необходимо еще научиться. В рамках нашего общегородского проекта «Я люблю Сочи» мы хотим обратиться ко всем сочинцам, потому что любовь к городу – это значит сделать город чистым, сделать город красивым, сделать город ухоженным, гостеприимным, и это все в наших силах. Следующий общегородской субботник состоится за неделю до Пасхи, 4 апреля. Он будет более масштабным, объединяющим всех сочинцев. Елена Овсицына, Демид Даниловский, телекомпания «ФКТ».